lights. Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live in the talk of the town. And my city had a mouth and it wouldn't shut up. On a hunt for a crown, when I get it, I'ma burn it. Cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway? I should have a halo the way that I made a penny. Turn a cold independent for your thoughts, I better penny for your soul. You know you want the riches and the money and the fans, so take a bite of the fruit if you choose. Let the juice drip down in a way to a pile full of gold. In a house about a lake, 10 holes on the grapes, new clothes in a row full of J's and a lemon in the garage. Looking like a zoo in here, whole crew in here. What it do in here? Think I lost my mind. Loose screw in here, then I walk outside. And everybody looking at me while I got them all in my sights. Picking them off, taking them out, looking like daylight in the night. And I'm killing so many if they really wanna get involved. And everybody falling from the elevator, now I'm Ray Rice in this. It's like I'm rice and take a bite, it's nice. And I have a nice time with it. By the time that it finds a way to the right side of him, not even a Heimlich can save him. A selective finger to you imbeciles. Tell me what's been getting into you. Ну что, рефери в клетке, Дмитрий Валуевич. Парни, правила знаете, внимательно слушая мою команду. У вас 3 раунда по 3 минуты. Покажите красивый, главное, честный бой. Пожали руки по углам. Снова у нас очень молодые парни. Два талантливых проспекта. В синем углу у нас боец, которому 21 год. Шадмон Назакатов. Да, оба представителя Таджикистана. Но вот Азизхан Чоршанбиев предпочитает называть себя «Памирец» с большой буквы. Да, он в красном углу, ему 22 года. На год всего старше. Весит оба около 60, но поменьше. Шадмон, это заметно. Ох, сейчас пошел размен. Очень быстрые руки. Еще и серьезный профессиональный рекорд. 6 боев на его счету, причем все 6 он выиграл. Пошел вперед. Посмотрите, как здорово пошел. Назакатов! Пытается дожать Шадмон сейчас. Вот. Да, не получилось, но, судя по всему, предпримет он еще одну попытку. Первая была очень неплохой. Близок он был к тому, чтобы уронить сейчас Чоршанбиева. В роли агрессора в этом поединке выступает именно Назакатов. Да, у обоих угла. Не только быстрые руки, но хороший футворк. Назакатов пока так отошел на второй план после своей хорошей атаки, которую мы видели минуту назад. Довольно много моргает он левым глазом. Возможно, было попадание аккуратно. И ухудшился у него обзор. Ой, и посмотрите, правым оверхендом сначала Назакатов промазал, и потом уже пошел вперед Азизхан. А Чоршанбиев явно настроен отыграть все пропущенные удары и довольно агрессивно сейчас идет вперед. Обмениваются джебами сейчас. И даже сложно сказать, у кого инициатива. Меняет стойки Азизхан. И он же забирает центр клетки. Сейчас пошел вперед, несколько ударов выбросил. Попытался ответить на Закатов, но мимо. Все удары в его серии прошлись мимо головы Азизхана. Да, интересно, вначале так хорошо попадал Шадмон, а вот сейчас полностью все перевернулось и постоянно мажет на Закатов, а вот у Азизхана все получается. Как здорово уходит от ударов Азизхан. Левым все-таки Шадмон там попал, но пропустил, мне кажется, удар посложнее. И... какой тейкдаун, а, амплитудный получился. Очень издалека побежал за ним Назакатов и все-таки сумел. С разбега просто, с разбега переводит в партер. Вяжет его сейчас максимально. Насколько это возможно, Азизхан пытается встать, прихватывает. Всего 30 секунд ему нужно провести в такой позиции. Ну, наверное, тратить силы на то, чтобы встать, нет смысла. А вот на свип очень даже есть смысл, и здорово это делает Азизхан. Красота, красота Чоршанбиева. Ловкий свип, но он на ноги сразу вскакивает Шадмон. И первый раунд подходит к концу, великолепные 3 минуты. Кик. И интересно посмотреть все-таки, что с глазом у Назакатова. Но вот тейкдауны проводить он ему явно не мешает.
Но прошлый тейкдаун был такой же удачный, однако как легко Азизхан тогда забрал инициативу. Здесь пытается подняться сейчас Азизхан, пропускает пару ударов, но начинает сам бороть сейчас уже на Закатова. И действительно добивается успеха. Да, отличный прием сейчас продемонстрировал и очень здорово в топ-позиции находится. Нужно поработать. Отлично, восседает сверху Чаржамбиев. Есть возможность наносить удары, да, практически не повязан Азизхан. Колено зашло. И посмотрите, Дмитрий вмешивается и предупреждает, что колено было очень опасным. Действительно, в партере находился в этот момент на Закатов, и коленом в голову бить было ни в коем случае нельзя, но в порядке Шадмон, поэтому бой продолжается, а Чаршамбиев получает выговор. Пока лишь выговор. Удар ногой в корпус от Чаржанбиева. Хочется, конечно, увидеть того Назакатова, которого мы видели в первой половине первого раунда. Шел он вперед смело, несколько ударов донес. Вот, прямо в корпус заряжает мидл мощно Азизхан. Да, полностью контроль над клеткой на стороне Чаржанбиева. Сейчас несколько джебов хороших. Не дает, режет углы Чаржанбиев, не дает сопернику уйти. И все сложнее на Закатову. Прибирает потихонечку бой к рукам Чаржанбиев. Какие условия в этом бою? Ой, и провалился сейчас на Закатов, да. И сверху снова Чаржанбиев работает, активно работает. Пропускает много ударов сейчас. Пару молотков залетело в голову от Азизхана. Начинает отбивать ноги в духе ковбоя Сироны. Не дают встать сопернику. О, посмотрите. В духе акскика такой удар сверху по обводящей траектории прямо в корпус залетает от Чаржанбиева, причем... И решил влезть в гард. Но, правда, не до конца пока это получилось. А вот сейчас и встает контроль, но 30 секунд заканчивается. А ведь уже прошел гард и находился в сайт-контроле Чаржанбиев, но 30 секунд подошли к концу. Бойцы снова в стойке. На джебе держит своего соперника Чаржанбиев, не дает ему приблизиться ближе. И фронт-кик тоже очень действенное оружие в такого рода поединках. Когда нужно держать дистанцию, когда нужно отбрасывать соперника. Хорошая двойка также от Азизхана. И уже практически ничем не отвечает Шадмон на Закатов. Все больше пропущенных копит Шадмона, а... Азизхан не перестает идти вперед. Постоянное давление, постоянные удары. И Бэквист попытался на Закатов провести, но провалился. И несколько ударов от Азизхана. Какое колено! И все! Останавливает бой рефери! Второй раунд, технический нокаут. Чаржанбиев побеждает! Шикарное завершение!